У нас сегодня с вами немного. Тема вебинара – это партнерская программа компании Skyway Capital. Ну, тут сейчас я видел во время, когда играл ролик, было красивое море и музыка. Да, нас было немножко больше, вот сейчас снова добавился кто-то, еще один. Скажите, есть ли среди вас те, кто, в принципе, с маркетингом знаком, может, не разобрались до конца? А может быть, даже есть те, кто не знаком вовсе? Потому что, как бы так, большинство приходит, указывает свое имя. Вот. Если есть такие люди, не стесняйтесь, потому что, в принципе, данное мероприятие, оно как раз-таки посвящено теме партнерской программы, то есть инструмента, который позволяет нашим инвесторам, ставшими совладельцами долей компании Skyway Capital на сегодняшний день, да, технологии, которые разработал Анатолий Эдуардович Юницкий, и, по сути дела, первые, скажем так, после 2009 года демонстрация, что из себя представляет данный транспорт, будет уже через 2 недели ровно. Да, то есть 20 по 23 число в Берлине будет проходить международный форум инотранс, транспортный, который проходит раз в 2 года. Так вот, помимо того, что вы становитесь совладельцами данной технологии, которую в будущем, у которой очень большие перспективы, да, и, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, емкость транспортного рынка огромна, и 30-50% всего мирового транспортного рынка будет занято технологией под названием Skyway. То есть, по сути дела, став сегодня совладельцами какого-либо пакета акций, ну, соответственно, чем больше акций в вашем, скажем так, пакете, тем больше в будущем вы можете получать доход в виде, например, дивидендов. Если данная технология начнет использоваться в большом количестве адресных проектов, которые сейчас планируются, да, уже на сегодняшний день реализовывать в недалеком будущем, соответственно, вы на то количество акций, которое у вас будет, будете получать дивиденды от прибыли, которую будет получать компания. Но помимо того, что будет в недалеком будущем, да, сейчас уже, не занимаясь каким-то тяжелым физическим трудом, вот, не занимаясь, говорю, титаническим трудом, да, по сути дела, если вы разобрались в информации, если вы поняли, что в чем перспектива использования данной технологии, да, в чем преимущество инвестирования в наш проект, и вы поняли, как здесь можно зарабатывать деньги, например, сегодня, не дожидаясь выхода на мировой транспортный и инвестиционный рынок, по сути дела, вы можете доносить эту информацию до своего окружения с помощью ваших наставников, с помощью наших онлайн-мероприятий, с помощью живых презентаций, которые у нас проходят в целом ряде городов и стран, да, и у нас как бы каждую неделю идет рассылка по адресам электронной почты, где, когда, в какое время у нас состоится какое мероприятие. Плюс ко всему, в личном кабинете партнера, в разделе «Инструменты партнера» у нас есть расписание онлайн-мероприятий, и, по сути дела, каждый день у нас проходит там от 1 до 5-7, бывает даже более, вебинаров, да, онлайн, на разных языках. И мероприятия, которые проходят вживую. То есть, куда можно просто пригласить человека, и он, скажем так, сидя в зале, либо в каком-либо офисе, получит информацию о том, что из себя представляет технология, группа компании Skyway Capital, в частности, и возможность получения дохода. И может принять там решение, получив ответы на свои вопросы. Партнерская программа, как я вам сказал, это инструмент. И, в принципе, я считаю, что ход, который сделало руководство компании в 2013 году, приняло решение продвигать данную схему, данную технологию по системе краудинвестинга и привлекать инвестиции от физических лиц, от частных инвесторов, дать людям в руки то, что позволит им сегодня уже зарабатывать деньги. Это как раз-таки, скажем так, наша партнерская программа, либо маркетинг-план. Он достаточно простой, и, в принципе, объяснить его можно там за какие-то 10-15 минут. Важно, что вы уже сегодня можете стать совладельцами бизнеса, помогая другим людям развиваться, помогая другим людям становиться нашими партнерами, инвесторами в нашем проекте, помогая нам реализовывать данную технологию и осуществлять строительство, закончить строительство, да, всех 3 сегментов транспортного рынка, грузового, высокоскоростного и городского на территории экотехнопарка в Минской области, где у нас сегодня идет строительство, и каждый день мы получаем новости о том, что установлены новые анкерные опоры, скоро будут устанавливать фермы, где будут натягиваться струны. Ну и сейчас пока самое важное событие сентября, это все-таки мероприятие инотранс, где будут продемонстрированы транспортные средства Skyway. Да? Итак, партнерская программа проста, в ней есть 6 уровней карьеры, 6 квалификационных уровней. Важно понимать следующее, что в принципе вы можете продвигаться по карьере вверх, либо кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то по лестнице поднимается шагами, кто-то через ступеньку, кто-то едет на эскалаторе. Да? Все зависит от вашей активности. Важно понимать, что поднимаясь по этой карьерной лестнице, вы не будете опускаться вниз уже никогда. То есть у нас односторонний рост. Квалификация называется партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Вот. И очень важный момент еще есть, что любой человек, который зарегистрировался по реферальной ссылке нашего партнера либо инвестора, он переходит в ранг клиента.
Клиент – это тот, кто может разбираться в информации быстро, кто может разбираться в информации долго, сколько отведет себе времени, да, то есть получить ответы на свои вопросы и сделать инвестицию или не сделать инвестицию. То есть у человека всегда есть выбор. Он может, будучи клиентом, находиться, иметь свой личный кабинет месяц, полгода, год, то есть никто его не будет никуда выбрасывать, этот кабинет будет за ним закреплен. Он может смотреть со стороны, как развивается проект, и принять решение, например, проинвестировать его позже. Но когда будет менее выгодные условия для приумножения его денежных средств, да, то есть снизится дисконт, потому что при переходе с этапа на этап уровень доходности по долям компании, которую вы можете приобретать в пакетах из раздела кабинета инвестировать, он будет уменьшаться. Как это уже происходило не один раз. Потому что уровень доходности в январе 2014 года он был самый высокий. Это первое время, как раз таки в конце января, точнее, пришли первые инвестиции в наш проект. Тогда люди приобретали минимальные пакеты с доходностью 250 раз, максимально был до 1500 раз. Квалификация партнер. В чем, наверное, еще одно преимущество маркетинг-плана, то что вы, даже еще не став инвестором, не купив себе какого-либо пакета долей компании, имеете возможность получать денежные отчисления по партнерской программе. Как это выглядит? Вы заходите в раздел «Инструменты партнера». Он у вас не открывается в том виде, как у партнера, потому что написан баннер, что данный раздел сайта вам будет доступен после подписания агентского соглашения. Вот если вы подписываете агентский договор, ставите галочку там в квадратике, да, что согласны с условием подписать, вы сразу же переходите в ранг партнера. То есть вы не клиентом остаетесь, а партнером, даже не купили еще ни одного пакета долей компании. И с этого момента у вас появился доступ к реферальным ссылкам, которые вы можете давать в интернете посредством электронной почты, в социальных сетях, мессенджеры, которые есть, в которых вы общаетесь с людьми. С обычными людьми вы общаетесь ежедневно, но все равно, скажем так, ссылку реферальную нужно будет передать посредством интернета. Люди регистрируются, если они приобретают какие-либо пакеты долей компании, соответственно, вам начинает идти начисление вознаграждения на бонусный счет, где вы потом в дальнейшем сможете деньги выводить, и на акционный счет. Акционный счет можно считать как подарочный на сегодняшний день. Когда-то такое же количество денег, как на бонус, начислялось на акционный счет. То есть, по сути дела, на старте нашего проекта руководство компании вознаграждало тех, кто развивает партнерскую структуру, возможностью деньги с акционного счета потратить на приобретение дополнительных пакетов долей компании, помимо тех, которые вы, может быть, себе уже купили. Вот. Сейчас половина суммы денег, которая вам идет на бонусный счет, идет на акционный. Возможен вариант, я думаю, в недалеком времени случится, может быть, 25% на акционный, а когда-то и совсем акционный счет у нас исчезнет и будет только бонусный счет. Итак, квалификация партнер позволяет вам зарабатывать бонусные вознаграждения, проценты, которые вы видите, 15, 4, 2 и 1, с 4 уровней глубины вашей структуры. Максимально вы получаете непосредственно за приобретение пакетов долей компании теми людьми, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. Вот. И с глубины вы получаете, скажем так, от деятельности уже ваших партнеров первого поколения. Если они кому-то сказали, зарегистрировались люди, что-то купили и так далее. То есть, как мы говорим, снежный ком, лавины как угодно. Да? То есть вы можете пригласить 10 людей, если из них даже пригласят там пусть два раза меньше, во втором поколении у вас будет 50 и так далее, и так далее. Это квалификация партнера. К ней, в принципе, как я вам сказал, никаких условий там вложить какое-то количество денежных средств, там, да, проделать какой-то товарооборот, их нет. Подписали партнерское соглашение, вы партнер. Следующая квалификация — консультант, и уже с этой квалификацией все последующие будут, по сути дела, выдвигаться три условия, которые нельзя назвать драконовскими. Да? Для того, чтобы стать консультантом, необходимо самому приобрести пакет акций нашей компании на $100 и минимум 2 человека в первом поколении вашей структуры, чтобы сделали то же самое. Суммарный товарооборот вашей покупки людей, которые находятся в первом поколении, должен быть не менее $300 США. Когда все три условия выполняются, вы поднимаетесь на следующую ступеньку карьеры, становитесь консультантом, и у вас вознаграждение со второго уровня увеличивается с 4 до 5, на третьем уровне с 2 до 3, на четвертом с 1 до 2 и добавляется еще один уровень глубины. Немного, но у вас получается, что вы можете получать больше с того товарооборота, который создает ваша команда. Следующая квалификация — лидер. Здесь также есть три условия. Чтобы стать лидером, необходимо самому приобрести пакетов долей компании Skyway Capital на $200, и чтобы в первом поколении было не меньше 3 людей, которые сделали тот же самый шаг. То есть приобрели пакетов акций нашей компании на сумму не менее $200 США. Но третье условие – суммарный товарооборот вашей личной закупки всех людей, кто приобретал пакеты долей компании в первом поколении, должны быть не менее $2000 США. Выполняется это условие,
У вас сразу же резко возрастает вознаграждение на втором уровне до 7. Третий уровень 5% он начинает приносить. Четвертый 3, пятый 2. И открывается еще один уровень глубины, с которого вы начинаете получать 1%. Четвертый уровень карьеры, четвертая ступенька карьерной лестницы называется мастер. Мастер – это тот человек, который уже, как я говорю, умеет здорово что-то делать. Да? То есть это не просто человек, за которым уже пошли последователи, но вот мы говорили про лидера, да, это уже человек, у которого есть какая-то команда, команда лидеров, возможно, уже, да, и он может получать очень серьезный уровень дохода, но здесь также нужно выполнить три условия. Собственные инвестиции должны быть не меньше 1000 долларов в наш проект. В первом поколении должно быть воспитано в вашей структуре не меньше 3 лидеров. То есть вы как минимум 3 людям в своем первом поколении помогли достичь квалификации, которую вы были на предыдущем уровне квалификации лидера. И суммарный товарооборот всех инвестиций людей, находящихся в вашем первом поколении, ваших личных, должен быть не менее 5000 долларов США. Если это сделано, вы становитесь мастером, у вас добавляется по проценту на четвертом и на пятом уровне, то есть вы начинаете получать, в отличие от лидера, 4% с четвертого уровня и 3% с пятого, и еще добавляется 3 уровня глубины, с которых вы начинаете получать по полпроцента от созданного товарооборота вашей структуры. Пятая ступенька карьеры называется эксперт. То есть, чтобы стать экспертом, необходимо выполнить следующие условия, то есть самому проинвестировать наш проект на сумму не менее 5000 долларов, а таких людей очень много, да, которые, по сути дела, проинвестировали наш проект на 5000 долларов, на 10 тысяч долларов и сразу себе заложили, по сути дела, возможность карьерного роста вплоть до последней квалификации, которую мы с вами разберем через пару минут. Чтобы стать экспертом, необходимо воспитать не меньше 3 мастеров, обязательно, чтобы 2 из них находились в первом поколении вашей структуры, а третий может находиться в любой глубине вашей команды либо структуры, но не входит в структуру первых 2 мастеров. Суммарный товарооборот первого поколения и ваш личный должен составлять не менее 10 тысяч долларов США. Когда это условие добавляется, здесь выигрыш идет в том, что увеличивается ваше вознаграждение от непосредственных рекомендаций, то есть 16% вы начинаете получать с первого поколения, а это существенно, если вы делаете большой товарооборот ежемесячно в первом поколении. И от 10 до 20 уровня вам дополнительно еще компания будет начислять по 0,2% с товарооборота, который делает ваша команда. Это квалификация эксперта. Высшая ступенька карьеры, то есть то, к чему в принципе нужно стремиться, если вы активный человек, у вас цель построить большой бизнес, построить большую международную структуру, это квалификация топ-эксперт. Чтобы стать топ-экспертом, необходимо первое, воспитать 3 экспертов в первом поколении. Опять же, условия тоже как на первых 4 квалификациях. То есть у вас в вашей структуре в первом поколении есть 3 человека, которым вы помогли достичь своей предыдущей квалификации. Сумма вашей инвестиции в наш проект должна быть не менее 10 тысяч долларов США. И суммарный товарооборот первого поколения достигает цифры не менее 30 тысяч долларов. Когда все это происходит, вы становитесь топ-экспертом. Важный момент. Все, что я говорил, вот суммарный товарооборот, сумма личных инвестиций, она накопительная. То есть это не нужно каждый месяц делать, это не нужно делать какой-то сжатый период времени. Да? Все, что вы будете делать, сотрудничая с нами, оно все накапливается, никогда не обнуляется. Когда вы топ-эксперт, в этом случае первое поколение вам позволяет получать 17%. И дополнительно к тому, что если у эксперта, у вас есть 21 по 24 уровень глубины, еще 0,1% товарооборота, который создает ваша структура и команда. Это квалификация топ-эксперт. По сути дела, вот все квалификации, которые я назвал, 6, 6 ступеней карьеры, они отражены в данной таблице. Да, то есть количество уровней, с которых вы получаете вознаграждение, вот вы видите, голубой, бежевый, сиреневый, светло-зеленый, желтый и темный такой голубой цвет, да. Квалификации прописаны, необходимый объем, который нужно выполнять лично и суммарно вместе с первым поколением. Все отражено в таблице, поэтому я говорю, что маркетинг действительно простой. Здесь нет никаких сложностей, там, да, что-то нужно держать в уме, в голове и так далее, и так далее. Но помимо того, что мы сейчас с вами говорили, есть еще бонус для людей, которые активно развивают бизнес в первом поколении. Он позволяет дополнительно получать еще тем процентам, что мы разобрали, либо 15, либо 16, либо 17, зависимо от вашей квалификации, дополнительно до 3%. Привязан он к календарному месяцу. Если вы строите бизнес, если в вашем первом поколении люди покупают какие-либо пакеты, то за первые 4 купленных пакета, за первые 4 транзакции вы получите положенный вам процент, 15 до мастера включительно, 16 на эксперте, либо 17 на топ-эксперте. Но если в течение этого же календарного месяца покупается 5-й пакет, то за него вам добавляется 1% сверху. То есть сразу же начисляется не 15, а 16%.
За предыдущий добавляется весь товарооборот на 4 пакетах 1%. То есть, по сути, люди купили все 5 пакетов, и за это вам было начислено по 16%. Далее, 6, 8, 9 пакет, за все из них начисляются по 16%, за 10 сразу 17%, и за предыдущие 9 еще 1%. То же самое, если месяц не закончился, товарооборот продолжает, структура продолжает развиваться, люди продолжают покупать пакеты, 17, 18, 19, 20 куплен пакет. За 20 сразу 18%, если вы до мастера включительно. Либо 19, либо 20. За все предыдущие 19 дополнительно 1% к тому, что было выплачено вам до того. Вот такой бонус. Условия, чтобы вы могли его получить. Первое, все пакеты, которые будут учитываться, должны быть куплены в течение одного календарного месяца. Одному человеку здесь возможно купить и несколько пакетов. То есть у вас может быть активный партнер, который либо только пришел, купил себе один пакет, потом, может быть, купил себе рассрочку и так далее. То есть купит он 3, 5, 10 пакетов в течение месяца. Все они вам будут зачитываться. Учитываются покупки пакетов долей компании в рассрочку. У нас есть пакеты, покупаемые в рассрочку. Если у вас как минимум 20 человек в первом поколении, покупающих и выплачивающих ежемесячную рассрочку, соответственно, вы будете со всего этого товарооборота получать минимум 18%. Пакеты могут покупаться новыми людьми и теми, кто зарегистрирован давно. Вот. И вознаграждение за купленные пакеты также начисляется 100% на бонусный счет, и половина этой суммы он начисляется на акционный счет. На данном слайде пример, который демонстрирует, что если в вашем первом поколении 22 человека купят пакеты номиналом по $50, да, вы заработаете $198 США. 40 за первые 5 пакетов, 45 за вторые 5 пакетов, 95 за последующие и еще $18 за 2 пакеты, купленные после 20-го. Раньше мы подробно разбирали данный пример, но я думаю, в принципе, сама суть, она понятна. Преимущества какие, либо условия, да, сотрудничать с нашей компанией, какие возможности данный маркетинг-план вам предоставляет. Я уже говорил, он накопительный с первого момента начала вашего сотрудничества с нами. Зарегистрировались ли вы, сделали первые действия, сами ли вы купили себе там пакет, либо под вами кто-то купил, товарооборот начинает накапливаться. Квалификационным у нас считается первый уровень. Для того, чтобы расти в квалификации, скажем так, и двигаться по карьере, вам нужно помогать тем людям, которые пришли следом за вами. Ну, в этом есть плюс, в этом есть минус, потому что есть маркетинг-планы, в которых существует так называемая компрессия. Ее у нас нет, но, может быть, это, скажем так, как раз-таки увеличивает вашу ответственность по отношению к тем людям, которых вы приглашаете в проект. Если уж вы кого-то зовете к нам, да, помогите им развиться. Научитесь сами делать простые шаги, помогите им. Чтобы вывести денежные средства, необходимо, чтобы на бонусном счете у вас была сумма не менее $30 США. Накопили эту сумму, пожалуйста, прописывайте реквизиты, на которые, платежных систем, на которые мы можем выводить деньги, и выводите эти деньги, если вам это необходимо. Кстати, добавлю, если те, кто не знает, у нас есть пакеты, которые можно оплатить только с бонусного счета. То есть они с выгодным дисконтом, да, и вы сможете приобрести эти пакеты по выгодной цене. Если примете решение увеличить инвестиции в наш проект при помощи бонусных денег, которые вы заработали. Вот. Вы также можете, как я вам говорил, реализовывать деньги на акционном счете на увеличение портфеля инвестиций в нашем проекте. То есть строите партнерскую структуру, проинвестировали когда-то там $15 США, структура растет, на партнерском счете, точнее на акционном счете, например, накопилось $1000. Взяли, оплатили, и у вас еще 180 тысяч акций нашей компании. Помимо тех 540, которые вы купили за живые деньги, как мы говорим. Условия роста квалификации, вы поняли, это объем личных инвестиций, сделанных в наш проект, и объем инвестиций людей, привлеченных вами в первом поколении. Важным преимуществом маркетинга является то, что у нас отсутствуют так называемые обгоны и потери структуры. В огромном количестве MLM-программ, если у вас по квалификации кто-то догнал партнеров вашей структуры, вы можете навсегда потерять эту структуру. У вас может значительно уменьшиться, скажем так, процент выплат, или вам нужно будет выполнить дополнительные условия, чтобы хотя бы, например, 1% получать с большой ветки, которая, скажем так, активно растет. У нас этого нет, у вас четко есть проценты, которые вы получаете с товарооборота, созданного на конкретном уровне, поэтому даже если под вами там есть 2-3, во втором, в третьем поколении люди, которые там обогнали вас в квалификации, ну, вы будете получать положенный вам процент по той квалификации, которая есть у вас. Эти люди никуда не деваются, они не уходят из вашей структуры, вы можете, скажем так, пришпорить своего коня, активнее приложить усилия и обогнать их квалификации и так далее, и так далее. Это очень важно. Минимальную сумму я уже называл. $15 США позволяют вам и зарабатывать здесь серьезные деньги, от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц, да, и, по сути дела, становиться крупным инвестором в нашем проекте. Иметь большой портфель инвестиций. Никто вас не заставляет, если вы стали, например, консультантом, или там лидером, или мастером.
эту квалификацию подтверждать, то есть выполнить какие-то еще раз обязательные условия там, и так далее, и так далее. Как я сказал, по накоплению вы двигаетесь по нашему маркетинг-плану, стали вы мастером, отлично. Вот. Идете вы дальше, развиваете партнерскую структуру, дошли до экспертов, все, вы никогда не станете мастером. Кстати, в обычной повседневной жизни я привожу пример, что нам приходится квалификацию подтверждать, то, что не имеет мир МЛМ, например, категории врачей, преподавателей, классности у военнослужащих, да, разряды в рабочих специальностях и так далее, и так далее. То есть периодически нам нужно проходить какие-то курсы усовершенствования и подтверждать свою квалификацию, неподтверждение которой влечет за собой уменьшение дохода. Достаточно высокий процент выплат, то есть первого поколения вы можете получать до 20% и достаточно большой глубины, вплоть до 24 уровня, вы можете получать от 0,1 до 7% товарооборота, который создает ваша структура и команда. Нет ограничений по количеству людей, которых вы можете за собой пригласить в наш проект. Да, то есть сколько вы пригласите, которым поможете, они могут развиваться. В вашем первом поколении могут быть просто инвесторы, да, которым не нужно ездить по ушам, доставать их, заставлять их что-то делать и так далее. Потому что плохо ли, если в вашем первом поколении кто-то купит какое-то количество долей компании? Я считаю, хорошо, потому что человек, по крайней мере, себе получил источник дохода в недалеком будущем, да, вот, может, ему не нравится давать кому-то информацию. Есть люди молчуны, так называемые, да, которых очень трудно разговорить. Вот. Но тем не менее, предлагайте людям данную возможность, не надоедайте им, не тяните их за уши. Ну и, наверное, самое простое, что вы можете сделать, это взять там 3-4-5 человек, научить их делать простые шаги, увидеть, что они могут уже развиваться без вас, взять следующих 2-3 человек, помочь им развиться и таким образом в ширину развиваться по мере развития вашего бизнеса. Ну, также плюсом большим является то, что бонусное вознаграждение сегодня у нас идет на бонусный, на акционный счет, это мы с вами уже говорили. Еще одно дополнение, я так никак не могу это в слайды прописать, ну, не знаю, надо ли это или нет, но, тем не менее, маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат, которых в мире MLM не так много. То есть вы сделали действие, кто-то сделал действие в глубине вашей структуры, и вам практически мгновенно на ваш счет идет начисление денежных средств. И второе еще преимущество, которое не указано здесь в презентации на слайдах, то что, по сути дела, квалификация, если выполнили условия квалификации, например, 5 числа, то 5 числа практически вы получите следующий уровень карьеры. В большинстве компаний это происходит, как правило, по окончании отчетного периода, то есть по окончании месяца. Вы можете выполнить условия следующей квалификации 2 числа, а месяц заканчивается 31-го. Соответственно, процент, который соответствует более высокой квалификации, вы начнете получать только в следующем месяце. У нас такого нет. То есть мгновенные выплаты и, по сути дела, мгновенное присвоение следующей квалификации. Вот такие преимущества и условия сотрудничества с нашей компанией, вот такой маркетинг. Сергей написал, что не знаком. Вот, если он еще здесь, я готов услышать вопросы от Сергея, если таковые имеются. Потому что, как я сказал, сложного в маркетинге ничего нет. В мире MLM существует огромное количество маркетинг-планов, они все разные, каждый в чем-то уникален. Вот. Можно ли назвать маркетинг компании Skyway Capital идеальным? Ну, наверное, идеального в мире нет ничего. И совершенного, да, то есть. Поэтому маркетинг-план такой, какой есть, если он вам лег на душу, если, скажем так, вы разобрались с ним и готовы помогать другим людям становиться инвесторами в нашем проекте, развиваться, продвигаться вперед, зарабатывать деньги, но могу сказать, берите его на вооружение и двигайтесь. Какие у вас есть вопросы, коллеги? Информацию по маркетинг-плану у нас можно найти в личном кабинете партнера. Кстати, завтра у нас в 17 часов будет вебинар, касаемый как раз-таки тематики личного кабинета партнера. Вот. И мы постараемся завтра разобраться в новом личном кабинете. Вот. Я вчера говорил об этом, если вы сами новый личный кабинет еще не видели, да, и у вас есть большое, может быть, или какое-либо количество людей, которые эту информацию не видели, не знакомы с тем, как будет выглядеть личный кабинет, я вас приглашаю завтра на 17 часов услышать данную информацию вместе со мной. Я не могу сказать, что я там сейчас тоже как рыба в воде плаваю в новом кабинете, но тем не менее поделюсь экраном, мы с вами заглянем во все разделы личного кабинета и посмотрим. Сергей, есть ли вопросы? Я вот сейчас обращаюсь непосредственно к вам. Вы написали, что вы не знакомы. Либо, может, вопросы есть у кого-то другого. Пишите, не стесняйтесь.
Сергей написал, что есть ли в Москве офисы. Смотрите, ну у нас, я вот сейчас вещаю из Москвы, мы находимся непосредственно недалеко от метро Серпуховская и от метро Павелецкая. Но у нас офис как бы компании, где работает IT-отдел, где работает отдел информационной поддержки и так далее. То есть это не партнерский офис, в котором проходят презентации, но у нас 1-2 раза в месяц проходят презентации в Москве живые. Как правило, информацию мы эту отправляем в рассылку на электронные адреса, поэтому вот на живые презентации, которые тоже проводят специалисты нашей компании, вы можете прийти сами и пригласить кого-то из своих партнеров. Если вы готовы развивать бизнес, стать региональным лидером, у нас есть отдельная программа, с которой можно познакомиться, связавшись с Ириной Волковой. Но прежде чем стать региональным лидером, нужно проделать какой-то объем работы. То есть там есть условия, что вы должны быть определенной квалификацией, вы готовы на себя взять определенные обязательства, делать простые шаги, там, организовывать мероприятия, обучать партнеров. Ну, в принципе, если вы, я говорю, всегда готовы взять на себя дополнительную ответственность, пожалуйста, всегда рады. Смотрите, Владимир, очень важный момент, который есть в нашей жизни, да, вы вот написали мне, что я рассказал о компании, люди, которые, скажем так, меня окружают, сказали, что это МММ. Ну, это, наверное, существует уже с 1950 года, либо раньше, да, то есть одно из правил, что желательно, конечно, чтобы вашим знакомым, родным, близким данную информацию, вот, презентация, может, компания, либо что-то еще, доносил кто-то третий, да, не вы. Почему? Ну, причина, в принципе, проста. В своем отечестве пророка нет, вот такую пословицу знаете, да, и, в принципе, вас люди, таким, как вы есть, знают то количество лет, которое у вас есть, которого мы сегодняшний день. Соответственно, часто бывает, что если мы специалисты в какой-то сфере там были до сегодняшнего дня, неважно, инженеры мы там были, филологическое у нас образование, да, там медики, преподаватели, кто угодно, вдохновились проектом, попытались сами рассказать, что из себя представляет технология Skyway, да, не являясь, например, специалистом в сфере сопромата там и всего остального, да, формулы, которые у нас есть и так далее, не являясь инженером-транспортником. Если мы стали рассказывать об инвестициях, не являясь, скажем так, инвестиционными консультантами какой-либо компании и определенного образования в этом направлении, у людей возникает сомнение. Поэтому лучше, наверное, что сделать вообще по жизни, если вы готовы этим заниматься, это, может быть, показать пару-тройку коротких роликов, заинтересовать людей, что вот есть такая возможность. А ролики вы знаете, у нас есть и технологии, и обращение к Миру Анатолию Эдуардовичу. А потом пригласите их вот на такие мероприятия, на живые мероприятия. Вот, к человеку, который вас зарегистрировал в этом проекте. Будь то вживую, либо в скайпе. То есть отдать этих людей, скажем так, на попечение кого-то третьего. Как любит говорить Рэнди Гейдж, если вы почитаете его книжку «Как построить многоуровневую денежную машину», что для наших близких людей экспертом всегда будет считаться парень в черном костюме с черным дипломатом из другого города. Поэтому, когда вы, если вы сами пытаетесь штурмовать свое окружение, это всегда бывает сложно. Ну, это вот моя такая рекомендация. Ее можно придерживаться, можно нет. Заинтересовать можно просто задавать людям вопросы, слушать, что они вам отвечают. Интересен ли уровень дохода, интересно, скажем так, им было увеличить там свой доход. Вот, знают ли они что-то про инвестиции там, и так далее. Кто-то пытается, скажем так, людям задавать вопросы, устраивает ли их сегодня транспортная система. Да, и потом сказать, что ты бы хотел стать совладельцем транспортной технологии, которая в ближайшее время будет внедрена, еще и прибыль будет приносить. То есть все зависит от людей, которые вас окружают. К нам сюда люди приходят по разным причинам. Первая причина – заработать денег. Вторая причина, скажем так, принять участие в процессе, который доставляет удовольствие, удовлетворение и так далее. Те, кто, кому нравится помогать другим людям там, и прочее. То есть, в принципе, причин для людей, которые сюда приходят, их может быть много. У кого-то не очень хорошие причины, потому что нужны деньги, например, там, на лечение родственников. У кого-то, скажем так, ситуация складывается таким образом, что необходимо обучать детей в каком-нибудь вузе и прочее, прочее. Я не говорю, что нужно, скажем так, взять и давить на больные мозоли людей, да, и говорить, что если ты не сделаешь этот шаг, ты умрешь. Нет. Но тем не менее, если вы людям рекомендуете эту возможность не только с целью заработать денег, да, но еще видите, что перспективы есть у данной технологии, то, что, скажем так, это может изменить к лучшему жизнь людей, вот, то, что это в первую очередь может изменить жизнь этих людей, кому вы доносите эту информацию, то, в принципе, у вас это будет получаться, если вы еще будете следовать, ну, хотя бы чуть-чуть тому правилу, что я сказал, чтобы вместо вас рассказывал кто-то еще.
Вот таким вот образом. Ну, я думаю, вы столкнулись с этой ситуацией, да, вы столкнулись с этим, может быть, и не раз. Все мы понимаем, что не то чтобы 100%, да, даже 50% людей не будут следовать за нами и прыгать в припрыжку, потому что ну, большое количество людей в мире привыкли делать те вещи, которые им привычны. Да? Вот. Почему данная технология так долго внедряется? Потому что для многих чиновников нашего государства она слишком необычна. Автомобили же привычнее, правда? Автомобильному транспорту более 100 лет. Железнодорожному транспорту более 100 лет. Водному транспорту там уже несколько тысяч лет. Вот. Самолетам то же самое, там уже сотня скоро, да, вот. И так далее. Поэтому трудно кого-то объяснить, доказать, и вы знаете, чиновники очень трудно принимают решения сами. Спасибо, скажем так, бывшему чиновнику, бывшему экс-министру транспорта Южной Австралии, тому же Роду Хуку, который разобрался в технологии, сейчас активно пробивает эту технологию, также через тернии, потому что сначала как бы все начали восторгаться, потом, как это всегда бывает, нашли скептики, которые могут, скажем так, высказывать свое мнение, что это невозможно, зачем нам это нужно, давайте все-таки строить трамвай. Ну, это как в этом, да, как в анекдоте. То есть пришел ребенок из школы домой и сказал, что я хочу быть бизнесменом. А ему говорят, ну зачем? У тебя дед был кузнец, отец был кузнец, и ты будешь кузнецом. Вот таким вот образом. Поэтому не отчаивайтесь, в принципе, да, если вы горите, если у вас, скажем так, есть понимание, к чему это все может привести, просто делайте данные действия. У меня, в принципе, на том, что я вам рассказал, все. Хочу поблагодарить то, что были сегодня на нашем вебинаре. Подобный вебинар у нас будет в пятницу в 13 часов, поэтому можете приглашать тех людей, кто в маркетинге не разобрался, да, возможно, слушал, не понял и так далее. С удовольствием еще раз расскажу, что из себя представляет партнерская программа. Вот. А завтра личный кабинет в четверг в 18 часов. Презентация компании Skyway Capital. Приглашайте своих друзей, знакомых, тех, кто может быть не сказал вам твердо нет и сказал, ты знаешь, но хотелось бы разобраться, когда в 18 часов в четверг поговорим кратко о технологии, поговорим кратко о предложении компании Skyway Capital, далее уже работа вас, вашего наставника, нашего отдела информационной поддержки. Может быть, какие-то вопросы у людей появятся в ходе вебинара, они получат ответы на вебинар. Всем отличного вечера, хорошего настроения, до новых встреч!